31 января в Каспийске на базе Республиканского центра образования прошло заседание Совета при главе Республики Дагестан по науке и образованию, посвященное итогам минувшего года педагога и наставника. В фойе учреждения расположилось 22 выставки. Центр военно-патриотического воспитания «Авангард», Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия», Дагестанский профессиональный педагогический колледж и многие другие образовательные организации. Гости ознакомились с площадками, а ребята рассказали о своих экспозициях. В состав членов заседания Совета главы региона вошли министр образования и науки Республики Дагестан Яхья Бучаев, глава Каспийска Борис Гонцов, депутат Госдумы Султан Хамзаев, президент Ассоциации педагогов региона Анжела Байрамбекова, заместитель председателя правительства Дагестана Муслим Тилякавов, общественный помощник главы региона Людмила Авшалумова, первый заместитель председателя Народного собрания Республики Дагестан Юрий Левицкий, депутат Народного собрания Республики Дагестан Елена Павлюченко и многие другие. Открывая встречу, руководитель региона напомнил присутствующим слова Бисмарка: «Войны выигрывают не генералы, а учителя». Я как военный человек подтверждаю это на все 100%. Потому что с каким настроем, с какими мыслями, с какими традициями человек приходит защищать Родину. Именно с чувством патриотизма, с чувством гордости, с чувством светлого исполнения своего воинского долга. Даже если этот воинский долг приходится отдать до конца. А это закладывается в семье и развивается, и продвигается педагогами, то есть теми школьными учителями, о которых говорит наш верховный главнокомандующий. Сергей Меликов, говоря о приоритетных направлениях, также подчеркнул, что несмотря на то, что год педагога и наставника завершился в прошлом году, правительство будет и дальше уделять пристальное и самое глубокое внимание этой сфере. Также он затронул тему понятия семьи как социального института. Во многих западных странах понятие семьи в традиционном смысле в последнее время не то что пытаются извратить, они уже давно извращены, эти понятия. Извращены настолько, что любому человеку, имеющему здравый смысл, или человеку, который на самом деле воспитан на хороших и добрых традициях, это просто не свойственно понимать эти псевдоценности. Именно поэтому тема сохранения защиты семейных ценностей, а равно и ценностей в области образования, воспитания, для нас особенно важна. Говоря об итогах года педагога и наставника, министр образования и науки Республики Дагестан Яхья Бучаев напомнил, что главой региона был утвержден план, который включил в себя 60 мероприятий республиканского уровня и ведомственный план, состоящий из дополнительных 37. По итогам 2023 года все запланированные 97 мероприятий года педагога-наставника успешно проведены вместе с нами, со всеми. Более 700 тысяч педагогов, наставников, родителей и учащихся были вовлечены в их проведение. Реализация мероприятий года педагога-наставника включала в себя работу по трем основным направлениям, обеспечивающим модернизацию образовательной инфраструктуры, развитие содержания и качества образования в целом, а также повышение профессионального мастерства и стимулирование педагогических работников и управленческих кадров системы образования, в том числе и награждение педагогов за их добросовестный труд государственными и ведомственными наградами. По словам Бучаева, одним из главных событий являлось учреждение в 2023 году по поручению главы Республики Дагестан новой формы поощрения педагогов, осуществляющей наставническую деятельность, нагрудного знака «Почетный наставник сферы образования Республики Дагестан», который присуждается за эффективное долговременное осуществление наставничества и личные заслуги и содействие молодым специалистам. Еще одна награда – это династия педагогов Республики Дагестан. Государственными ведомственными наградами за истекший год были отмечены более 3000 педагогов. В дальнейшем мы ставим перед собой задачу выработки нового системного механизма выявления людей, заслуживающих поощрения, чтобы исключить субъективизм при подборе кандидатов. В 2023 году на федеральном и региональном уровне были внедрены новые меры материальной поддержки в рамках всероссийских профессиональных конкурсов педагогов. Аналогичные меры поддержки и увеличение денежных призов приняты нами и на региональном уровне. И эта практика увеличения материального и нематериального стимулирования педагогов, начатая нами в 2023 году. Глава города Каспийска Борис Гонцов в частности рассказал о работе по укреплению института наставничества в качестве важнейшего стимула передачи знаний и навыков от опытных начинающим специалистам. В течение года на площадках образовательных учреждений Каспийска прошли мероприятия не только регионального, но и всероссийского масштаба. Всероссийский форум лидеров образования для руководителей и управления
управленцев в указанной сфере. Всероссийская конференция для руководителей и специалистов дошкольных образовательных учреждений. Также проводилась работа по обновлению руководящего состава учреждений. Так, в рамках исполнения условий соглашения о единой кадровой политике в сфере образования, заключенного между Миноборнауки Республики и администрацией города, по результатам аттестации на 50% обновлен директорский корпус, в том числе из кадрового резерва министерства. Отметим, что в рамках заседания прошла демонстрация опыта аутсорсинга и вручения государственных и ведомственных наград.